широкая. Давайте, пожалуйста, паровоз вместе с нашими артистами. Начиная с Пасхи, у нас в России принято водить хороводы. Открывается новый сезон хороводов. Давай, кто может. Давайте, вот на новой костыле, которые привезли из... Калуги привезли костыле. Давайте нам. Улица, улица, улица широкая. Маленький.
Сейчас увидите. Мы либо меняемся, либо мы можем быть хорошими. Нет, он просто может... Да вместе с вами, да-да. Да. Вместе с вами. Теперь смотрите. Я вас играю. Да. Вот кто в середине? Кто? Да, вот так. Кто в середине? Кто сделает руки? Я вот так. Не уже. Кто понял? Покажи. Правильно, ага. Давай попробуем. Так, так. Я остались. Нет, смотри, подпросим. Вот так, хорошо. Пожалуйста, все ближе к хоровод поближе стали. Все по троечкам стали в хоровод. Держим, держим. Внимание, пожалуйста, за хороводом. За хороводом. Пара выделяется. Мария, пожалуйста, возьмите себе пару. И пошли вдоль хоровода. Вдоль хоровода. Кому они подойдут, кого они поймали, те и рыбки, они идут за следом. Сейчас увидите, как это делается. Только, пожалуйста, стойте в хороводе. Вот смотрите, вот эта вот троечка, куда стоит? Вот, хорошо, вы вдвоем потом пойдете. Так, пожалуйста. Улепу, Марю, улепу, Марю, вдоль по морю, морю синему, вдоль по морю, морю синему, а синему.
вечером мы встаем в пары. Пожалуйста, встали в пары. От меня спиной все и по два человека. Вот два человека. Будем играть в ученики. Вторая пара, лицом сюда. Третья пара. Хорошо. Хорошо, молодцы, молодцы. Быстрее, быстрее, быстрее разбираем пары. Ага. Ходи, петли, ходи, рай. Пожалуйста, последняя пара движется сюда. Последняя. Ходи, петли, ходи, рай, ходи, дедушки, старай. Большой хоровод. Так, крепко держитесь. Маленькие дети, крепче руками вцепитесь за взрослых людей. Не расслабляйтесь ни за что.